Добрый день, меня зовут Дмитрий, я представляю компанию «Автокомфорт». «Бардаль» – это крупнейший мировой производитель автохимии, смазочных материалов для автомобилей, для сельхозтехники, для промышленного производства. Сымитируем наши двигатели, и я покажу, как работает эта продукция уже непосредственно в двигателе, в продуктах. Наш ролик мы прижимаем к этому валу крутящемуся. Происходит трение. Это имитация запуска по холодному. Двигатель наш сразу же останавливается, его заклинило. Мы поставим наш картер двигателя и зальем наш двигатель маслом. Я не буду говорить производителя. Сила тока увеличивается. Килограммы, естественно, тоже увеличиваются. В конечном итоге наш двигатель остановился. Деталь нагрелась. И у нас вот такая вот выработка образовалась на нашем ролике. Турбопротек – это присадка в моторное масло, которое в своем составе сразу же содержит вот эти уникальные формулы «Бардаль». Это Power Plus и Fullerene C60. И дадим нашему двигателю поработать немного. В естественных условиях, то есть это где-то порядка от 20 до 100 километров. Fullerene работает как микроподшипник, а Power Plus как магниты. То есть дали двигателю нашему приработаться точно так же, чтобы эти продукты, эта формула, они вошли в структуру металла, образовали прочный защитный слой. Нашему двигателю намного легче работать, звук изменился, характерный звук, он стал тише. Я прилагаю усилия в килограммах, стрелочка стоит практически на месте. Порядка 12 килограмм. Это выработка до, а это выработка после с использованием продукта «Бардаль». Сымитируем голодание. Масляное голодание двигателя. Вода минеральная. Заметьте, амперметр показывает, на одном месте стоит. Нагрузка увеличивается в килограммах. Создан настолько защитный слой, что практически невозможно остановить наш двигатель. Первый вариант. Изначально. С моторным маслом. И наше голодание. Очистил полностью наш вал. Поставил новый ролик. И давайте посмотрим, ну, нашу чистоту проверим. Насколько сейчас у нас на данном валу отсутствуют именно фуллерены и Power Plus, и масло. То есть мы прилагаем сейчас минимальные усилия, и наш двигатель опять останавливается. В данном эксперименте мы будем использовать уникальную присадку Power Spray от компании «Бардаль». В чем ее преимущество? То есть она в своем составе также содержит и углерод C60, и Power Plus, и ряд присадок, которые используются как для водного транспорта, для автомобилей, для мотоциклетной техники и может использоваться в быту. То есть возьмем лист бумаги и нанесем нашу смазку на лист бумаги. И проверим, насколько эта смазка сухая. Оставим на какое-то время, чтобы она высохла. Давайте посмотрим, какие нагрузки выдерживает данная смазка. Заметьте, амперметр, при этом остается стрелка на месте, а усилия мы прилагаем. Остановить невозможно. Это до без смазки. И выработка со смазкой Power Spray. Она высохла, она не оставляет вообще жирных следов. Пыль не прилипает, она влагоотталкивающая. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!